но не знаю, с чего ты решила, что они рядом. Ты что, не слушаешь? Это опытные убийцы. Не показывайся на людях. Погибнешь. Я это понимаю. Но меня должны увидеть. Пропагандист поработал на славу. Иначе Парос не победить. Уже слишком многие погибли. Прошу, уезжай отсюда. Аспасия, откуда ты тут? Алексиос, подыграй мне. Я вас прервал. Прошу, продолжайте. Так увлекательно. Я пришла сказать твоей матери, что ее ищут убийцы из культа. А здесь она на виду. А я говорила о Спасии, что иначе мне не заручиться поддержкой жителей. Мне убить солдат культа? Этого мало. Без доказательств никто не поверит в вину Пароса. Найди их. Конечно. Спасибо. А я буду здесь. Заручусь поддержкой. Осторожней, они опасны. Знаю. Я уведу ее отсюда. Подскажи, где мне начать поиски? В пещерах под горой Зас. Культисты одержимы своим мистицизмом. Чего еще от них ждать? Не думаю, что убийцы признаются, на кого работают. Пожалуй. Нужно что-то надежней. Уверена, ты справишься. Конечно. С радостью вам помогу. Увидимся позже. Вход в пещеру, а не там.
Нужно действовать осторожно. Это будет нет. На всех печать Пароса. И письмо зашифровано. Huh?
Зевс вырос в этих пещерах. Чего изволишь? Очень рад. Убийцам заплатили деньгами Пароса. Что ж, лучше доказательств не придумать. Это мне поможет. Отнеси в гильдию торговцев. Это мои доказательства. А деньги пусть оставят себе. Конечно. Еще там было это. Полагаю, приказы. Выглядит знакомо. Это древний диалект. Полагаю, культ использует его для общения. Можешь прочесть? Эти деньги не от Силануса. Их дал кто-то из Спарты. Это невозможно. Я могу перевести, но поверь, это приказы спартанского царя. Знать в Спарте всегда отвергала культ. Культ как вода. Просочится в любую трещину. Но только не в Спарте!
Спарта давным-давно изменилась. Порок проник повсюду, и Спарта не исключение. Они хотят насадить дисциплину в Греции, а сами гниют изнутри. Они выбрали не того врага. Мы спартанцы. Не забывай. Неужели? Здесь меня держат дела. Парус нужно остановить. А потом, я вернусь. Ваши статуи сгинут. Если нужно, мы сожжем ваши храмы, чтобы избавить мир от крыс вроде тебя.
Еще кто-нибудь выжил? Их взяли в плен. Меня решили не тащить на Парос. Что случилось? Мы прибыли с миром, а они напали на нас. А что с вашим капитаном? В плену. Куда его могли отвезти, интересно? Они хотели связать его и оставить под палящим солнцем на камнях. Зачем сохранять ему жизнь? Шантаж. Он очень важен для Феникс. Я найду его. Отомстим. Это Юнес. Он совсем плох. Ну что, поехали.
белый барский мрамор. Может добавить красного? Αθωότατος ημί, βιατί ευε. Горакан. Я безгранично благодарен тебе. Thank you.
Тебе сюда нельзя! Папа, папа, папа!
хорош. Теперь местные смогут дать отпор афинянам. Тебя не просто убить. Я знал, она пришлет помощь. Быстрее, уходим. Thank you.
Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Спасибо. Надеюсь, Феникс тебе щедро заплатит. Скажи ей об этом. На Паросе творятся странные вещи. Что-то здесь неладно. Что ты видел? Там были чужаки. Не с Пароса. Один из них в очень странной маске. В маске? Не знаю, кто это был. Пора уплыть с проклятого острова. Я знаю дорогу. Скажи, Феникс, что ты видел? Конечно, сразу же. Прошу. Thank you.
Увидимся.
У тебя нет шансов. Есть для меня задание? Боги, это правда ты? Легендарный наемник, что путешествует с великим историком Геродотом. Да, мы с ним познакомились в Факиде. Знаю, я была в очереди к Пифии, видела, как вы говорили. Если честно, я пришла туда взглянуть на Геродота. Я хочу стать писательницей, как он. Он правда так велик, как говорят? Геродот? Очень любопытная личность. Иногда кажется, что он знает все и обо всех. Как я и думала. Раз ты тоже им восхищаешься, сделаешь кое-что для меня? Говори. Может, Геродот заметит меня, если я начну писать о его любимой музе? О тебе. История о том, как ты голыми руками убиваешь льва. Или про бой с акулами.
И ты просишь меня убить этого зверя. Знаю, это сложное задание, но льва нужно убить. Хорошо, я возьмусь. Ты просто герой. Оставь это мне. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. Зверь убит. Ты храбр не только с виду. Спасибо. Возьми. Мне нужны такие люди, как ты. Присоединишься ко мне? Узнать все о твоих приключениях из первых рук. Я с тобой.